Ну, а мы продолжаем путешествие в мир музыки Евгения Александровича Рушанского. Вторая тетрадь, вот, показываю, вот она так вот издана. В 2004 году, когда он только написал эти пьесы, он, не знаю, будет ли он продолжать их писать, не знаю, спрошу. Вторая тетрадь открывается пьесой, которая опять-таки у нас уже звучала в исполнении Станислава на одном из концертов. Было такое. Называется «Рождественская песня». Пожалуйста. Рождественский концерт. Может быть, это, конечно, и прозвучит. А вот то, что Алена говорила про Петра и Павла, в этом заведении есть и Петр, и Павел. Петр – это арт-директор наш, данного заведения, благодаря которому мы сможем проводить здесь что-либо. А Павел – директор непосредственно управляющий данного, тоже данного заведения. И есть Павел еще шеф-повар. Вот. Так вот. А сейчас самая романтичная, по-моему, пьеса, она тоже у нас звучала, и Станислав ее тоже играл. Мне кажется, когда я услышал, я не знал, что она в этом сборнике, и когда услышал ее в авторском исполнении, я сразу же выпросил ноты, и, потому что меня это поразило просто, эта пьеса. Я думаю, и вас она тоже сейчас поразит. Вот что хотите нафантазировать, вот безбрежная морская какая-то гладь, мне кажется. Вот что-то такое. Тише, гладь, как говорится, Божья благодать. Серебряный простор. Пожалуйста. Thank you.
Вот почему-то, слушая эту пьесу, мне как-то вспомнилось из советского известного фильма, что надо, чтобы музыка тебя брала. Надо, чтобы она тебя вела, но не уводила. Вот как-то так. И мне вот кажется, что вот эта музыка, все равно она куда-то уводит, какой-то такой романтический, волшебный мир. Мне кажется, это как-то так. Вот мое такое ощущение, может, я не прав. Может быть. Следующая пьеса «Материнское письмо». И мне кажется, она... Почему-то я так смотрю, мне что-то кажется, она была использована в «Тетушке темноте». Вот, кстати, небольшой мостик тематический, по-моему, точно есть. Ну, судите сами, вот послушайте. Там был номер «Тетушка темнота в подвале», а здесь это называется «Материнское письмо». Вот прав я или нет, или это мои такие субъективные ощущения? Пожалуйста, Аня. Thank you.
одна и та же пьеса. Ну, может быть, может быть. Имеет место, так сказать, имеет право на существование. Ну, почему бы и нет? Частенько авторы сами себя цитируют. Примеров тому много. И можно, если подкопаться, и Станислав может сколько угодно примеров вспомнить, когда классики сами себя цитируют. Так что это нормально в порядке вещей. Следующая пьеса называется «Встреча». Мне кажется, сегодняшнее мероприятие можно было концерт, я бы назвал «Встреча». Можно и так. «Встреча», пожалуйста. Следующая пьеса. Мне автор, вот я передаю Ане пожелание авторам, играть как арию в исполнении Лючано Паваротти. Вот как это, не знаю. Но пьеса называется «Три тенора». Пожалуйста. Thank you.
Спасибо. И завершает вторую тетрадь. Честно говоря, я замечаю, что, честно говоря, Евгений Александрович любит, видать, черстон рисовать. Когда-то в молодости я танцевал. Пьеса называется «Танцуем черстон». Пожалуйста. Thank you.